Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Сейчас разберем задачу номер 1215. Две машины, легковая и грузовая, выехали навстречу друг другу и встретились через 3 часа. А еще через 2 часа легковая машина прибыла в город Б. Вопрос. За сколько часов грузовая машина проделала путь из Б в А? Примем весь путь или все расстояние от А до Б за единицу. И узнаем скорость легковой машины и их общую скорость. Сначала выясним, сколько всего времени была в пути легковая машина. Они выехали одновременно, грузовая и легковая машина. Через 3 часа встретились, и потом еще 2 часа легковая машина добиралась до города Б. То есть всего времени она затратила 3 плюс 2. 5 часов. Это то время, которое необходимо, чтобы легковая машина добралась из города А в город Б. А теперь найдем ее скорость. Весь путь, а мы приняли его за единицу, разделить на время. Скорость легковой машины 1/5 километра в час. По условию задачи. Через 3 часа после выезда легковая и грузовая машины встретились. То есть за 3 часа они проехали весь путь. Можно найти их общую скорость. 1 разделить на 3. 1/3 километра в час – общая скорость грузовой и легковой машины. А теперь найдем скорость грузовой машины. Общая скорость 1/3, скорость легковой 1/5. Чтобы найти скорость грузовой, надо из общей скорости отнять скорость легковой. Общий знаменатель 15, дополнительный множитель 1/5 5, ко 2 3, 5/15. Отнять 3/15. Равно 2/15. Это скорость грузовой машины. А теперь найдем время, которое затратила грузовая машина на весь путь. Это путь разделить на скорость. Деление заменяем умножением, переворачиваем 2/2. 1 будем умножать на 15/2. Получим 15/2. Или 7,5 часа. Это то время, которое необходимо грузовой машине, чтобы проехать из города Б в город А. Мы разобрали задачу номер 1215. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.